Предприятие «Уралцентркомплект» представляет полуавтоматическую линию разгрузки ПЛР-1200.1. Она предназначена для разгрузки из корзин автоклавов, круглых жести и стеклобанок всех типоразмеров на консервных заводах. Агрегат состоит из гидравлического подъемника ножничного типа и транспортера разгрузки. Все основные детали линии выполнены из нержавеющей стали. Принцип работы следующий. Оператор закатывает тележку с установленной на ней корзиной в ножничный подъемник и, нажимая кнопку управления, поднимает платформу с подвижным дном на необходимый уровень. Далее толкатель сдвигает весь верхний слой банок подвижного дна корзины на широкий транспортер разгрузки. При необходимости банки сдвигаются до ширины однорядного линейного транспортера. Оператор убирает перфорированную прокладку с верхнего слоя и повторяет операции, пока не разгрузит всю корзину. Отличительной особенностью наших линий является то, что оператор во время разгрузки корзины практически не касается банок. Также оператору не нужно отсоединять корзину от тележки и перевозить на ролган гидравлического лифта. Для данной линии достаточно одного оператора, который разгружает корзину за 5-7 минут.